Зараз з нами на зв'язку буде Владимир Мілов, колишній віце-міністр зі справ енергетики Російської Федерації, а зараз голова партії «Демократичний вибір». У лютому 2008 року Владимир Мілов разом з Борисом Німцовим опублікували доповідь «Путін. Підсумки». У ній була проаналізована невтішна діяльність Путіна на посаді російського президента. Здравствуйте, господин Мілов. Ну, фактически, уже неделю мы живем без Бориса Немцова. Это утрата не только для России, но и для Украины, и для, думаю, для Европы, и для людей, которые хотели бы, чтобы мир стал лучше. По вашему мнению, какие ли были причины его убийства? Спасибо вам большое за теплые слова, но здесь о причинах мы уже много лет, как с Борисом говорили, он совершенно ясно, что ходил в шорт-листе кандидатов, если хотите, на такие вещи. Он был наиболее острым критиком Путина, наиболее заметным в публичном пространстве человеком, который никогда не жалел эпитетов и фактов в отношении того, что творит российский правящий режим. Поэтому, ну, я вот, честно сказать, я помню, там первый раз мы с ним обсуждали вот лет 7 назад, в буквальном смысле слова, насколько существует вероятность его физического устранения. Так что, мне кажется, причины понятны. У власти был такой острый критик, заноза в боку. И, ну вот видите, они перешли к некой новой тактике действий. Политических убийств такого ранга у нас, в общем, раньше никогда не было. Ну, мы понимаем, да, что критика власти много. И, в принципе, власть боится не так критики, как факта. Вот в свое время Борис Ефимович, да, выступал с докладом о мафиозных связях Кремля, ну, с разными группировками и так далее, и способом отмывания денег. Сейчас он как бы готовился выступать с докладом о военной ситуации на Украине. Про этот доклад говорят очень много. Вы что-то знали об этом? То есть, возможно, причины кроются именно в войне в Украине? Мне кажется, и вот у меня есть такие свои информированные источники, которые вхожи в систему российскую, да, которые мне предложили совсем другую версию вот такого триггерного события, которое послужило в итоге вот основанием для, если хотите, вынесения этого приговора Борису. Это западные санкции. Он был много лет активным лоббистом западных санкций в столицах мировых, в Вашингтоне, в Европе. И к нему прислушивались, и больше того, вот в итоге, я так понимаю, что у Кремля была основная версия, что санкции ограничатся в случае чего таким белорусским вариантом, типа каким-то официальным лицам запретят въезд за границу и так далее. Но санкции оказались намного более серьезными, попали банки, попали наши крупные корпоративные игроки, мы оказались в международной кредитной блокаде. И вот одна из версий, что его, в общем, приговорили именно вот за то, что Путин его считает виновным в том, что санкции настолько тяжело ударили по всей его системе. Хотя, конечно, это скорее такое триггерное событие. Да? Я думаю, что здесь играют большую роль фундаментальные причины. Желание на старте подстрелить вот нарождающуюся оппозиционную коалицию, которая заявила о своих масштабных планах, в том числе по участию в будущих федеральных выборах. И, собственно говоря, вот акция 1 марта, которая планировалась, это был один из первых шагов в этом плане. Сразу на ранней стадии вот решили ключевого игрока в этой коалиции устранить. Но еще раз, вот мне кажется, версия мести за санкции, она представляется очень обоснованной. Доклады свои он издавал и раньше, они, конечно, были острыми, но я не думаю, что вот будут убивать за доклад. Поэтому я бы сказал так, что вот если просто это сформулировать, когда Путин в последние 2-3 месяца наконец отвлекся от своей войны в Украине и заметил, что у нас серьезные проблемы с экономикой, он был взбешен, и вот как мне доносят мои источники, там фамилия Немцова в буквальном смысле фигурировала как одного из людей, виновных в том, что уже случилось, и в тех трудностях, которые были вызваны санкциями вот в последние месяцы. Безусловно, Немцов рассматривался как один из людей, который может правильно объяснить, а в какие точки бить. И, собственно говоря, вот на него смотрели как на человека достаточно опасного. В этом плане я считаю, что в значительной мере вот это убийство может быть связано именно с вопросом санкций, мести за прошлые санкции и желанием предотвратить его помощь как бы вот в возможных санкциях будущих. Как вы думаете, то есть вот этот вот ритуальный аспект казни Немцова, да, то есть он
в принципе, мог преследовать и еще одну вещь, то есть это запугивание российской оппозиции. Мы понимаем, что она до сего времени не объединена и довольно слабо как-то координируется, да, потому что ну, всегда находятся какие-то или провокаторы, или попы-гапоны, которые будут разобщать вот это вот общее протестное движение. Но как вы думаете, после смерти Немцова все кончилось? Нет, мы сейчас, конечно, стоим на большой развилке, то есть вот давайте не недооценивать ситуацию, пессимизм понятен, конечно, нанесли очень серьезный удар, потому что Борис был очень важным связующим звеном, благодаря его известности, авторитету, его очень многие уважали, с ним разговаривали, самые разные представители вот различных оппозиционных организаций, партий, конечно, без него коммуникация просто будет сложнее. Это действительно факт. И больше того, я абсолютно уверен, что те, кто его убил, они прекрасно понимали вот этот эффект. И то разрушительное действие, которым это оказывается на будущее коалиционное строительство. Но, с другой стороны, здесь есть, конечно, мобилизующий фактор, потому что я вот разговаривал с очень многими оппозиционными лидерами, и ну, у них такая злоба на произошедшее, то есть многих очень разозлили, и есть огромное желание ответить, прежде всего в политическом смысле, и как-то забыть о предыдущих разногласиях. Я думаю, что такой консолидирующий момент будет, и очень люди от нас ждут. Вот я был, когда на оппозиционном марше в Москве в воскресенье, там было очень много людей, которые подходили и так с надеждой и спрашивали, а что вы будете дальше делать? Вот это вот очень правильный вопрос. А что можно дальше делать? Мы помним, что Болотное так и не превратилось в Майдан в свое время. Вот, и мы сейчас, поверьте, вот буквально в ежедневном режиме ведем консультации с оппозиционным лидером. Я думаю, что нам надо дать немножко времени. Только что буквально вот на днях похороны прошли. Вот сегодня только Алексей Навальный вышел из-под ареста, да? Дайте нам немножко времени, мы обязательно объявим план действий. У нас уже идеи есть, и я как раз смотрю на это без такого вот пессимизма тотального, потому что я вижу, что есть определенный консолидирующий фактор, то есть мы просто обязаны перед своими сторонниками, мы обязаны ответить за эту смерть, ответить, конечно, политическими методами. Есть просто определенные опасения. Я не хочу сказать, что я лучше понимаю российскую политическую действительность, но мы понимаем, да, что стрелки, которые приехали убивать украинский Майдан, они были значительной мерой связаны с Кремлем. Да, то есть это были не только наши беркутовцы-убийцы, но это были еще и присланные, скажем так, варяги. Да, то есть мы понимаем, что у вас все значительно жестче и, возможно, будут стрелять и мочить и убивать, вы знаете, не дав возможности, скажем так, создаться новому московскому Майдану. Оппозиция готова к этой жесткости? Будут стрелять. Я уверен, что это, к сожалению, не последняя смерть. Ну а что теперь делать? Если задачей тех, кто вот это осуществил, это варварское убийство, было нас распугать, чтобы мы там разбежались, нет, мы не разбежимся никуда. И я у многих оппозиционных лидеров вижу решимость продолжать борьбу, несмотря ни на что. Хотя вы совершенно правы, я думаю, здесь будет намного жестче, чем было в Украине. Но мы просто не можем себе позволить взять и убежать. Есть какая-то часть Кремля, которая имеет иную, чем политика партии, позицию? То есть ли часть Кремля, которая готова говорить? То есть мы понимаем, что Кремль — это не только люди, связанные с Рамзаном Кадыровым. Ну, знаете, я бы так сказал, что не переоценивайте наличие каких-то таких разных фракций в Кремле, потому что там по-другому система устроена, там есть такой один большой супертяжеловесный папа, который за эти 15 лет оброс просто колоссальным публичным рейтингом, ни у кого из людей во властной системе нет ничего даже сопоставимо такого, да. То есть, вот представьте, там, условно, они его завтра свергнут и там сядут по телевизору пресс-конференцию давать. Там первый вопрос у народа будет вообще, кто все эти люди, да? Вот, поэтому не надо переоценивать. У них настолько огромный разрыв в их политическом весе и политических возможностях, что все эти вот наличия фракций и каких-то разных мнений, оно сводится к тому, что там вот, ну, типа мышь возится под плинтусом. Вот это примерно такого уровня брожения, да? Но при этом я уверен, что Путин заметил две вещи.
Первое, он заметил, что реакция простых людей была, она была совершенно не такой, как он ожидал. То есть ему докладывали, что Немцов это реально такой ничего не значащий якобы клоун. А мы видели, что демонстрация в воскресенье, ну, она была намного мощнее, чем вот то кислое зрелище под названием «Антимайдан», которое было в Москве за неделю до этого. То есть улица уже проиграна Путиным. Даже у Януковича получалось лучше вместе с тетушками изображать какую-то поддержку. Да? То есть вот это просто было очень внятное такое зрелище, которое показывало, что люди, которые готовы выходить, они не за Путина. Да? Вот. И второй момент, что сейчас очень много сигналов от истеблишмента поступает, что даже те, кто лоялен Путину и его поддерживает, ну, они просто считают, что градус неопределенности в стране дошел до такого уровня, который является неприемлемым. Они, может, и не готовы Путина взять и свергать там или как-то возмущаться, но до Путина этот коллективный сигнал, безусловно, доходит. Что даже лояльный истеблишмент сейчас очень шокирован произошедшим, и что у них теперь понятие форс-мажора выходит на первый план. То есть они просто растеряны, не знают, что дальше в стране можно ожидать после вот таких вот новостей. Я думаю, конечно же, что это повлияет. То есть, мне кажется, те, кто планировал эту операцию, а я уверен, что это никакие не стрелки из Новороссии, то есть все признаки указывают на то, что это невозможно было осуществить без участия российских спецслужб. Я думаю, что те, кто планировал эту операцию, они сейчас немножко по-другому смотрят на ситуацию. То есть реакция была совсем не такой, как они ожидали, и они видят намного больше негатива, и вот просто так перелистнуть эту страницу не получится. Так что посмотрим. Я еще раз говорю, что ожидать от них можно всего, вот, и нам надо готовиться, конечно, к максимально, к сожалению, жесткому сценарию, так что боюсь, что вы не последние плохие новости слышите из Москвы. Ну, а зараз, після закінчення нашого невеличкого телемарафону пам'яті Бориса Німцова, ми повернемось і говоритимемо про культуру.